Друзья, всем привет! Ну, наконец-то я уже с самого утра выехал на очередные покатушки для того, чтобы непосредственно, мой друг, помочь тебе либо кое-кому другому и непосредственно провести профилактические беседы с копами. Стоят родненькие! Для них война уже закончилась. Нужно сейчас постанов написать и что-либо еще другое. Опа! Здравствуйте! Как я раз вас видеть? А вы как у вас? А за что вас остановили? Что вы нарушили такое? Жена женщину не пропустила. И что, вы писали постановление, чи что? Наверное. У меня жена нарушила. Да не может быть такого. Здрасте. Здрасте. А за что вас остановили? Понравилось, наверное. Может быть, может быть. Документы. А вас? Нас нет. Нас не могут останавливать. Друзья, ну вот они как-то быстренько слились. Постановление не писали вам? Да он уже в интернете не учат. Сказали скину. Скину? Ну, в интернете лючат номер. Они вы что, номер телефона дали? Да. Зачем? А чего? Ну, во-первых, они вам видео вообще показали, что вы нарушили? Нет, я не смотрела. Нет, а при чем? У нас война в Украине, они начинают заниматься ерундой, вы понимаете? Харьковский блогер, езжу, помогаю людям. Ну, конечно, а в каком смысле еще? Не-не-не-не-не. Вы всегда смотрите видео, есть вашего правонарушения или нет. Все, удачи вам. Как-то так вообще непонятно. Копы быстро слились, люди какие-то перепуганные. Короче, ну копы не рады меня видеть. В общем, вот такой короткий ролик. Поехали дальше.